Так, Сатурн. 25 апреля 2021 год, Харьков, 4:45 по Киеву, в Харькове. Фотоаппарат Nikon Coolpix 5000, ISO 400. Ну вот теперь я в окуляре даже звездочку вижу выше Сатурна. До Сатурна 1 500 004. Эй, ты где? А, вот он-то. Так, ветер даже у нас стих. Ты посмотри, как повезло. Нет, не стих, вот ветер. И не то, чтобы тебя звал, конечно, просто констатировал. Какой ты молодец, что тебя нет. Интересно, а почему же не видно Титана? Титан должен быть прямо по направлению колец впереди по ходу Сатурна. Внутри 4 расстояния. Нет, не вижу. Даже в окуляр не вижу. Звездочку выше над Сатурном вижу. Да, конечно. Сейчас попробую чуть-чуть выдержку уменьшить. У нас звездочка влезает в кадр. Я надеялся, что будет Сатурн. Хочу, чтобы по диагонали прошел. То есть на рассвете сейчас вот звездочка появилась в левом нижнем углу. Не, наверное, на экране ее не видно. Мы... Ну, сейчас и Сатурн появится. Вот он, наш красавец. Колебания на экране — это все-таки небольшое движение воздуха наблюдается. Ветром это не назвать сейчас, но штативы не трогаю. Все стоит. Куда ж ты сбег? Ну ты посмотри, ну не поймаешь. Все, отошел. Да, ветер нам портит все. Атмосфера, ну хорошо. Пошли посмотрим хоть на Юпитер. Спутнички. Тоже сбегаешь, да? Ну ничего, будем искать.
Юпитера 801 миллион километров сейчас. Так. Быстро сбегает, да, ловко. Так, ну сейчас, я не знаю, только в окуляре я вижу спутники Юпитера. Самый правый — это Каллисто, потом идет Ганимед, потом Европа, и сейчас слева на экране левее Юпитера появилась Ио, или появился Ио, не представляю, мужского рода или женского. Хорошо, ждем рассвета. Сейчас, наверное, наведусь на Сатурн, пока я его визуально наблюдаю. И буду его отслеживать передвижение уже при дневном свете. Вон какая у нас красота, зарево. Скоро будет солнышко. 25 апреля 2000. Надеюсь, это не перед 26 апрелем зарево. 4:52 по Киеву, Харькове.